26 лет. Именно столько исполнилось сегодня общественно-политическому еженедельнику «Народная газета». Дата не круглая. Отметили день рождения журналиста на рабочем месте. Кто в редакции, а кто в разъездах. Добывали интересную и полезную информацию. Решали проблемы, с которыми обращаются читатели. Словом, делали все, чтобы сделать жизнь области лучше. 26 лет. Большой ли это отрезок времени? С этим вопросом мы обратились к шеф-редактору отдела культуры и спорта «Народной» Татьяне Альфонской, которая работает в еженедельнике с первого года существования газет. И 26 лет в газете – это очень много. Правда, ребята. Я вас всем желаю, чтобы вы прожили 26 лет в газете. В газете есть не только что почитать, но и на что посмотреть. Яркие цвета позволяют читателям быть очевидцами событий, про которые пишет еженедельник. В этом заслуга фотографа в «Народке». Было это достаточно давно. Как всегда, напечатал маленькую фотографию 10 на 15, а газета тогда выходила у нас большим форматом, не вот маленьким, а большим газетным форматом. Утром увидел газету и обалдел. На первой полосе из маленькой моей фотографии сделали фотографию чуть ли там не на четверть полосы. Я понял, что действительно, наверное, это важно, когда фотография, она помогает газете быть... Может быть, банально будет звучать, но она помогает газете быть интересной, помогает газете быть актуальной, помогает газете быть читаемой. Авторы и создатели «Народной газеты» обещают продолжить радовать своих читателей хорошими, качественными материалами, которые помогают стать области и людям чуточку лучше. Егор Титов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».